Настроить экспозицию, поэкспериментировать с цветом, изменить фон, отбелить зубы. Все это и многое другое вы с легкостью сможете сделать в программе «Фотомастер». Выберите фотографию для работы. Вы можете улучшить качество снимка одним кликом. Щелкните по кнопке «Автоматическое улучшение» и следите за преображением. При необходимости регулируйте силу обработки и вносите изменения в настройки. Также вы можете скорректировать параметры снимка самостоятельно с помощью бегунков. Оценивайте изменения. Для этого в программе предусмотрено два режима сравнения. Обработаем другой снимок. Если он находится в той же папке, то можно воспользоваться стрелочками. Если нет, то щелкните по центральной иконке с папкой и укажите путь вручную. Цветовой баланс также поможет исправить автокоррекция. Не знаете, где находится нужная функция? Воспользуйтесь поиском. Меняйте цвета на фото. Превратить один оттенок на снимке в другой не составит труда. Если фото получилось размытым, загляните во вкладку «Резкость». Здесь вы сможете сделать изображение четким за пару кликов мыши. В разделе «Инструменты» вы найдете массу полезных функций. За пару секунд вы сможете избавиться от популярных геометрических искажений на снимке. Заваленный горизонт, дисторсия — больше не проблема. Включите сетку и начните передвигать подходящий бегунок. Готово! «Фотомастер» позволяет быстро заменять фон на фото. Вам не придется тратить время на тончайшую обводку. Достаточно схематично обозначить нужный объект, а после этого область, которую следует удалить. Программа автоматически отделит их друг от друга. При необходимости вы сможете скорректировать границы вручную. Дальше останется только установить новый фон и чуть-чуть скорректировать цвета. Результат впечатляет, не правда ли? При кадрировании фото вы можете воспользоваться готовыми пропорциями из каталога. В нем предусмотрены горизонтальные и вертикальные рамки. Также вы можете включить одну из встроенных сеток. Они помогут грамотно выстроить композицию. Затемняйте или осветляйте границы фото с помощью функции «Виньетирование». Особенно она пригодится при работе с портретными снимками, когда нужно сделать акцент на модели. В разделе «Ретушь» вы найдете инструменты для преображения портретных и пейзажных фотографий. Функция «Восстанавливающая кисть» поможет избавиться от мелких дефектов – прыщей, родинок, шрамов. Один клик – и проблемы как не бывало. Функция «Идеальный портрет» поможет довести фото до совершенства. Для быстрого преображения используйте пресеты из каталога. Во вкладке «Ручные настройки» вы можете настроить параметры фото вручную. Убирайте покраснение и шелушение на коже. Добавляйте загар. Делайте макияж. Почувствуйте себя настоящей звездой. Также теперь вы можете отбеливать зубы на фотографиях. Просто потяните бегунок на одноименной шкале вправо и следите за изменениями. Избавиться от лишних предметов в кадре поможет штамп. С помощью этого инструмента вы сможете удалить случайно влезших в кадр людей, провода, машины
и иные объекты. Для обработки фотографий природы используйте градиентный фильтр. Этот инструмент позволит сделать небо выразительным, размыть часть изображения и в целом улучшить качество пейзажных снимков. Выделить главное на фото поможет радиальный фильтр. Укажите часть фото, которую нужно преобразовать или напротив оставить без изменения, а затем подберите настройки на панели справа. Также в программе «Фотомастер» вы найдете свыше сотни стильных эффектов. С их помощью вы сможете мгновенно преобразить снимок. Для удобства все варианты разбиты на группы. Также вы можете настраивать силу каждого эффекта для более реалистичной обработки. Узнайте больше о возможностях программы «Фотомастер». Посетите официальный сайт редактора прямо сейчас.